Это мы. Я и Даня, мой сын. Мы сегодня решили поехать на мототрек. Оказывается, в наших краях есть мототрек. Мы уже почти к нему подъехали. Находимся недалеко от него. Хотим просто посмотреть, покататься, поспускать коптер. Ну, чисто так. Просто любительский интерес. Да, Дань? Да нет. В общем, хотим также снять и вам показать. Поехали, ребят. Едем на мототрек, на квадрике. Первое ухо. Ну, почти, да. Ой, речка как обнелела, да? Да, маленькая. Маленькая стала. Какая маленькая стала, а там давно развитая. Большая была. Ну ладно, поехали. Всем привет! Мы с Даней находимся в таком интересном месте. Карьер. Поэтому, наверное, он интересный. Едем на мототрек трассу. Никак не доедем. Такой вот карьерчик увидели. Тут немножко подрифтили.
воскресный день. Дань, как тебе тут дрифт? Понравился? Да. Легенький так. Даня говорит, я тоже хочу дрифтануть. Я ему говорю, ты еще маленький, дрифтер мой. В общем, тут немножко покатались. Сейчас дальше будем продолжать свой путь к мототреку. Катаемся на нашем квадрике X5. И чё? В общем, тут классно. Воскресенье, 12 число, день космонавтики. Сегодня, кстати, день космонавтики, Дань. Вот так вот. А ты знаешь стих про день космонавтики? Знаешь стих? Данюш? Да, Дань. Расскажи стих нашим подписчикам. Ты же день космонавтики, должен знать какой-то стих. Расскажи. Давай. Тебя подписчики наши слушают. Рассказывай. В космической планете с названием Восток он первым на планете поднялся к звездам. Подняться к звездам смог. Подняться к звездам смог. Поют об этом песни «Весенняя капель». Навеки будут вместе Гагарин и Апрель. Молодец, браво. Молодец. Вот такие стихи Даня выучил к 12 апреля. Правда, рассказать, кроме как папе, маме, дедушке, там, всем родственникам некому, потому что некому больше. Потому что находимся на коронавирусе, на выходных, на этих, даже не выходных, у меня удаленочка, у Дани тоже, можно сказать, удаленочка. В общем, работаем, учим стихи, катаемся на квадре. Воскресенье, завтра опять за станок, в общем, опять работать. Ладно, мы продолжаем свое движение. Дань, поехали дальше? Поехали. Ну все, увидимся. Всем привет.